На календаре 25 сентября. 25 сентября 1906 года в Самаре появилось сразу несколько профессиональных обществ. Булочники, деревянных дел мастера и работники печатного дела образовали свои особые профессиональные объединения, в первую очередь с целью улучшения материального положения. 25 сентября военного 1942 года на всей территории Куйбышевской области был введен режим полного ночного затемнения. Это было сделано в связи с объявлением возможности воздушного нападения фашистской авиации. Поздравления с юбилеем сегодня принимает глава городского округа Отрадный Александр Владимирович Бугаков. В народном календаре сегодня день Артамона Змеевика. Считалось, что в этот день змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Наши предки считали сегодняшний день важным для охотников и верили, что если на Артамон убить хотя бы одного зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Этими другими примечательными событиями вошел в историю 25-й день сентября. Прекрасного настроения вам и всего самого наилучшего!